На полигоне Торбеева завершаются подготовительные работы по засыпке грунта. В течение 2 недель проложат дорогу для проезда грузовиков и спецтехники. Для начала рекультивации предприятия посетили экологи, представители правительства Московской области и жители. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Последний раз грузовики с твердыми коммунальными отходами заезжали на полигон Торбеева в декабре 2020 года. Сейчас на этой территории тоже можно увидеть крупногабаритные машины. Но ничего другого, кроме чистого грунта и строительного мусора, сюда больше не завозят. Строительные отходы перерабатывают в щебень, древесную щепу и полимерные материалы. Остатки вывозят на полигон Тимохова, а грунт используют для засыпки последней карты полигона Торбеева. Для его очистки используют специальную машину «Тромель». Этот аппарат просеивает до 600 кубометров грунта в час. Там огромный барабан сетчатый. Соответственно, грунт, когда проходит, он через эту сетку просеивается. А уже мусор выходит и удаляется транспортером на вывоз. Лицензию мы получили в конце мая 2021 года. Ну и, соответственно, с июня месяца начали потихоньку принимать строительные отходы. В середине июня стартуют работы по дополнительной засыпке инертным грунтом последней чаши полигона. До начала рекультивационных работ это единственный способ, который избавит жителей окрестных домов от неприятного запаха. Подготовительный период займет порядка еще 2 недель. Необходимо будет проложить дорогу для того, чтобы грузовики могли заезжать на рабочую карту, и подготовить спецтехнику для того, чтобы она могла уже завозимый инертный грунт складывать в необходимые бурты и разравнивать. Мы и контролировать будем засыпку эту, да, потому что это наше здоровье, и мы должны понимать, что здесь карты засыпаются чистыми грунтами, а не мусор сыпется. Вот, и думаю, да, будет все хорошо, как только пройдет засыпка. За счет дополнительного слоя грунта количество выбрасываемого газа снизится в разы. Специалисты говорят, что жители сразу почувствуют разницу. Вся работа займет от 3 до 5 месяцев. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.